Статистика заражения коронавирусом как по стране, так и в Краснодарском крае в последние дни никого не радует. Растущие цифры числа заболевших заставляют задуматься о необходимости противостоять опасной болезни. А это возможно только при условии своевременной вакцинации. В первой поликлинике Славянской центральной районной больницы действует стационарный пункт вакцинации от COVID-19. Прививку могут сделать все желающие при отсутствии противопоказаний. При себе, конечно, нужно иметь необходимые документы. Для вакцинации и ревакцинации используются хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные временем вакцины «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Перед уколом врач обязательно проводит осмотр желающих сделать прививку и измеряет давление, следит за состоянием пациента и после того, как введет вакцину. О востребованности и необходимости вакцинации свидетельствует то, что у прививочного кабинета всегда есть люди. Мы добровольно сюда приходим и вакцинируемся. Я ни капельки не жалею, что сделал первую вакцину. Побочных эффектов, к счастью, я никаких не почувствовал. У меня не было ни температуры, ничего абсолютно. Серьезное заболевание потеряет свою опасность только тогда, когда ему будет поставлен заслон в виде коллективного иммунитета. В Славянском районе привито порядка 70% взрослого населения, что ниже среднекраевого показателя. Славянцы, впервые сделавшие прививку с 17 января по 18 февраля, помимо защиты от коварной болезни, могут получить и ценный приз в виде телевизора, смартфона, музыкальной колонки и ряда других полезных в быту вещей. Благотворительный фонд «Выбор» имени Виктории Калининой проводит в нашем районе акцию «Привит от ковид». Для того, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, нужно пройти первичную вакцинацию в одном из пунктов в Славянском районе, получить билет для участия в розыгрыше, написать свой номер телефона на отрывной части билета и поместить ее в специальный бокс. Розыгрыш призов будет проводиться 20 февраля в прямом эфире в Инстаграме. Эту акцию можно по праву назвать беспроигрышной. Как бы ни распорядилась удача, вы в любом случае останетесь в выигрыше, поскольку вовремя позаботились о своем здоровье и сделали прививку. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».